Я как-то рассказывал, что мои желания сбываются в течение суток. И зачастую это происходит очень быстрее. Мы с другом сегодня говорили про ежовик гребенчатый. И буквально через несколько часов я уже пошел гулять. И мне эта Сияна, дочь друга, такая: кто, говорит, пену, говорит, в дерево, говорит, напенил. Вот это ежовик гребенчатый. Вот он наверху там также растет. Так что вот так вот. Вот так он красиво произрастает. Так вот он выглядит. Это наш супер лекарь. Восстанавливает мозги. Мозги. Кому интересно, почитайте, что такое ежовик гребенчатый. Первый раз я вообще в жизни его увидел. Это желание только, как говорится, появилось. И вот быстро так оно реализовалось. Так что чем меньше у вас желаний, тем быстрее они воспроизводятся. Бойтесь своих желаний. Их должно быть немного. Вот такая красота.